1930 թվականին հայ տաղանդավոր կոմպոզիտոր Արտեմի Այվազյանը ստեղծեց Հայաստանի պետական էստրադային վագախումբը։ Տարիներ անց այդ վագախումբը ղեկավարեց Կոնստանտին Օրբելյանը։ Վագախումբը մեծ համբավ ուներ խորհրդային միությունում, այն միշտ ընդունվում էր ջերմորեն և ելույթներ ունենում նաև տարբեր արտասահմանյան երկրներում։ Երբ Կոնստանտին Օրբելյանին վագախումբը համերգներով հանդես էր գալիս Երևանում, ասում էին Օրբելյանին վագախումբը եկել է Երևան հյուրախաղին։ Էստրադային վագախումբը միշտ հարուստ է եղել մեներքիչներով։ Այստեղ են երգել Լուբով Լազրևան, Կարոտ Օնիկյանը, Արամ Սամբելյանը, հետագայում արդեն մեր էստրադայի աստղերը Լոլա Խոնյանցը, Սիմոն Տերյանը, Բելլա Դարդունյանը, Լայիսա Մկրտչյանը, Արտաշես Ավետյանը, Էդգար Կարապետյանը։ Էդգար Կարապետյանը ծնվել է Կրասնոդարի մարզի Արմավիր քաղաքում, ավարտել է Խարկովի մեքենաշինական ինստիտուտը և զորակոչվել խորհրդային բանակի շարքերը։ Նա այստեղ բանակում ծառայելու տարիներին հանդես է եկել Կիևի օկրուգի երգի պարի զինվորական անսամբլում, դա պրոֆեսիոնալ անսամբլ է, և այստեղից սկսվել է նրա երթը դեպի երգ։ Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордам веры эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за отчизну свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгади, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. И вот на протяжении 3 лет, будучи в этом ансамбле, я получил там, безусловно, вокальную школу, потому что рядом такие певцы стояли, которые кончили Киевскую консерваторию, учились у итальянской бабушки, там ее так называли. Школа была своеобразная, такая вокальная. Каждый тенор хотел верха брать, си бемоль, до обязательно. Вот я в первых тенорах стоял и оправдывал полностью свое доверие. Но почему-то меня начальник ансамбля заставлял петь именно вот эти эстрадные песни. У нас был при ансамбле малый состав, и мы пели вот эти песни Бабаджаняна, Андрея Бабаева. И тогда я был с усиками, знаешь, черный весь. Типичный армянин был. Несмотря на то, что я ни одного слова по-армянски не знал, что я из России. Там я получил высшее образование российское. Не смогли уберечь, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь с заката, позвала их отчизна, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за отчизну и свободу до конца. Офицеры, офицеры, пусть свобода вас сияет, заставляет в унисон звучать сердца. Офицеры, офицеры, пусть свобода вас сияет, заставляет в унисон
звучать сердца. Азар ин харудацун мек твакани хумбари мекин Эдгар Карапетяна арачин анкам екав Ереван ев дарцав айт ханрачанач тмагахамби менеркича. Когда вдруг оркестр Рубеляна приезжает в Киев на гастроли, и к моему несчастью Рубеляна нет, чтобы пойти к нему непосредственно. Но там была певица Рубина Калантарян, и она прослушала меня и дала надежду такую, что я Рубеляну буду рекомендовать вас. Буквально через месяц приходит телеграмма о том, что вы приглашаетесь для прослушивания в эстрадный оркестр Армении. Все бросаю. У меня уже была там квартира, потому что я уже после окончания армии, я вольнонаемным был там. Буквально, Киев это для меня был самый лучший город мира. Бросаю, приезжаю в Ереван. Встречаюсь с Рубеляном. Он меня прослушивает. А как прослушать? Открыл пианино, проиграл, значит, по ночной Москве песню. Я спел фразу, две. Ну, закрыл крышку, все понятно. Сразу, сколько вы получали? Я говорю, столько-то. Столько хватит вам? Я говорю, я готов год петь бесплатно у вас. Лишь бы вы меня взяли в этот прекрасный оркестр, который в Союзе был один из лучших. Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонкие. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя потим твой след, но только трон, он просто снег. Он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, а следа нет. Катаков карели асель, то Эдгар Карапетянин карели гранцель Гиннесси рекордների գրքի մեջ, քանի որ էստրադային վագախմբում նա աշխատեց 18 տարի։ Ոչ մի մեներքիչ այդքան երկար չէր աշխատել Ուրբելյանի ղեկավարած վագախմբի։ Лёд расставания, но поверни следы обратно. Спущу жгучие следы сквозь расстояния, по собственным следам, по собственным слезам. Любовь тот след, где плавает звезда, любовь тот след, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет, как нет следов, что исчезают без следа. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным следам, по собственным следам. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным следам, твоим следам.
28 стран объездил с оркестром Маргуляна. В 70-м году получил заслуженного артиста республики. Тоже была сенсация, потому что 32 года никто не давал звания эстрадному певцу. Обычно за 40, за 50 лет, как вот Карл Аганесян, Жак Дувалян, получали именно в этом возрасте. И здесь даже, когда присвоение Нагуша Рутинян, сказал «Дукшат Джагелек». В оркестре было два заслуженных, я и Ёлчан, покойный. Это был вдохновитель всех эстрадников, певцов. Он всегда с певцами дружил, потому что всегда хотел петь, но у него не было голосовых данных. Пел конференцию, делал, и был душа коллектива. И потом экзотика. С времен 38 года и до, уже я в 61 году, он работал, и он работал и до конца, почти до 88 года, пока коллектив не расформировался. Не то, что не расформировался, а Орбелян передал этот коллектив в руки Артура Григоряна, который, безусловно, не смог содержать его никак. И потом вдруг Армен Мартиросян появился. На сегодняшний день этот оркестр репетирует в нашем Гамалире. Очень редко работает, на гастролях почти не ездят, а коллектив должен ездить, гастролировать. Как мы гастролировали по 200-300 концертов в год. Oare veți lui s-o vezi la rus? În sârte mi-a ciurat arăcim, sirop, im ieraz nerăcom. În sârte mi-a ciurat arăcim, sirop, im ieraz Ну, я хотел бы коснуться золотого состава нашего. Вот недавно я с Орбеляном встречался, он сейчас здесь находится. Я когда сказал, говорю, последний из магикан вас беспокоит, золотого вашего века. Сразу, Эдгар, здравствуй, вон, здравствуй. Золотой, это 78-й год, 8 лет. В этом периоде работали самые лучшие певцы за все существование оркестра. Ну, я не хочу обижать и до, и после. Они тоже профессионалы, они тоже свое получили от этого огромного оркестра популярность. Это Сема, Симон Цвери, Эрнест Барсикян, Арай Геворкин, Эдгар Карапетян. Солистки Тата Бекова-Лисян, Зара Туникян, Наташа Сидельникова, Роксана Бабаян. Ну, цвет. Иногда, когда мы ехали за рубеж, брали мы с собой Раису Матурчан, Беллу Дарбинян и Рубика Матриосяна. Он брал их вперед бросить, а потом уже мы начинали свои. И вот этот золотой век, он принес Орбеляну огромную популярность. Это был единственный выездной коллектив в союзе в Кап-страну. Были лучше Лунстрем. Ну, в свое время Эдди Рознера был, потом оркестр был в Саурске. Они не были выездны. Но как получалось, что у нас в коллективе, почему был хороший коллектив? Потому что с разных точек. Орбелян брал всех лучших музыкантов Баку, Тбилиси, Москва, Минск. Потому что все хотели ездить за рубеж. И они приезжали сюда. Теперь становилась огромная загвоздка по поводу выезда этих людей. Это уже авторитет Орбеляна. Это уже он давал полную гарантию Комитету госбезопасности, что я гарантирую, что эти люди на моей совести. Тем более, когда с нами всегда ездили чекисты в поездки обязательно. Ездил обязательно представитель Министерства культуры или зав. Отдела ЦК. И они... И были, понимаешь, охранники всего этого самого. Да и никто не хотел уходить. Никто не хотел уходить. Несмотря на то, что многие получали контракты готовые на выезд в Америке. Предлагали контракт, оставайся на год. Только пару слов скажи по голосу Америки в адрес Союза.
Просто сумасшедший, как можно сказать, это семья, дети, ну ты там останешься, а здесь что будет с этими людьми? Поэтому никто даже и не думал. Даже русские ребята вот у нас были, ходили, они даже не... Да ты что, давай скорее домой поедем. Месяц в Америке сидим, уже тянет нас домой. Куда? Говорю, блин, куда вы? Лучшая страна мира. Ну, гастролируем. Коротенький, Ереван, Испан. Вот такое было у нас настроение тоже. Но опять-таки, почему мы знали, что мы приедем, мы через месяц-два опять едем. Что нас удовлетворяло? Финансовая сторона, потому что то, что мы здесь получали, это были мизер, оттуда мы что-то привозили, что-то такое делали. И выживали семьи. Семьи выживали на уровне вот этого вот зарубежных поездок. Во Франции, когда, значит, я вышел на сцену, и меня всегда объявляли, я выбегал всегда на сцену, и вот само дыхание сперло у меня, я забыл слова песни, которую должен начинать. Идет вступление. А я растерялся, не могу, не вспомню первое слово над этой песней. И вдруг такой из глубины оркестра один русский наш, Валера Сиширица, кричит: «Норицгару!» Деревянная песня. «Норицгару!» Я услышал: «Норицгару ека!» Смех, оркестр, сумасход, Турбулян, уже забыли о том, что это ЧП. ЧП забыть. Ну, так это прошло на уровне, как будто это было немножко специально сделано. Гастроль в Бейруте. После концерта подходит к нам один человечек и говорит: «Витек Ясумен, Эдгар Дук, Ев Симулин, Ясузум Браверем, Мяса, Сучхамен, Айстек Мотика, Дзерихрану Цидемасна». «Семка, ну пойдем, а нельзя. После концерта в гостиницу и никаких дел». Этот человечек сажает нас в машину, и мы едем. Смотрю, едем долго-долго. Потом подъезжаем к какому-то зданию, где вот так вот подъемная дорога на этажи. То есть гараж такой подземный, который идет наверх. Мы выходим, садимся в лифт, выходим из лифта и смотрим, что... Там огромный банкет, празднование Рождества рамковарской партии. Рамковары игнорировали нами, нашими концертами. Импресарио наш был врагом рамковаров. И вдруг мы с Симоном попадаем. Сидит католикос киликийский. Сидят все работники посольств. И наши чекисты тоже там сидят. Не наши, а нашего посольства. Куда денешься? Ничего. Я называю. «Мезболтасель Хюрен! Ерхичнер! Востоковортетартеркарапитян! Симон Телеалбан! Хоу!» И нас сажают прямо около католикоза. Я говорю: «Сема, это последнее наше дыхание. Мы пропали». Снимают фотографы, все. Сидим, столы накрыты, базы, смотрю. Рядом сидит этот человечек, который нас привез. Мы его не знаем. Маленький такой обыкновенный человечек, который дал слово, что я привезу кого-то туда. Особо Овенстех. Особо здесь сидят люди, которые говорят, вот на каждой шее и на ушах минимум по 15 миллионов бриллиантов висит. Богатейшая рамковарская партия, которая там главенствовала, проводила Рождество Христово. Нас попросили, мы спели, туда-сюда. И в 6 часов утра этот мальчик еще говорит: «Ребятки, я сама, узумим дез гирасирен, чгнанг мигат клуб». Сема, гнанг. Говорит: «Ты что, сумасшедший дурак, сейчас уже наши просыпаются, давай поедем в гостиницу». В общем, тихо зашли в гостиницу, легли. Никто ничего, тихо, спокойно. Утром, как всегда, в 10 часов садимся
на автобус едем на репетицию. Орбелян репетирует, мы, значит, и сам вдруг смотрим, разгневанный. Импресарио приходит, бросает Орбеляну пачку газет, а сам, да вот твои хваленые артисты, которые у тебя только ночуют в гостинице, вот, пожалуйста, наши фотографии в газетах на банкете. А что? Эдгар, ты? Нож в спину? Сёма, что же вы делаете? Так, значит, Симона Теряна, немедленно отправить домой. Остается еще 20 дней на гастроли в Бейруте. Эдгара Карапетяна исключит из партии. Собираем партийная группа, 8 человек. Ёлчан, секретарь партийной организации. Хорошо, что Ёлчан Ставрин маэстро. Обычно за рубежом такие вопросы не рекомендуется делать. Мы сейчас можем исключить Эдгара, а он убежит. Он согласился, сказать, хорошо, мы с этим вопросом разберемся в райкоме партии. Хорошо. Симона Теряна покупает билет, и он уезжает с пустым чемоданом из Бейрута. Я приезжаю в Ереван, говорю, маэстро, ну когда мы поедем в райком? Ты с ума сошел, перестань. По переулку бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. У меня с Орбеляном был разговор, маэстро, говорю, ну уже мне 42 года, ну я хотел бы попробовать себя кем-то, не все время быть у тебя в подчинении. И дай Бог ему здоровья, он не отпустил, несмотря на то, что очень многих не пускал. Потому что это была для других солистов приманка. Ты получал в оркестре 250-300 рублей минимум. А когда ты выходил и собирал ансамбль и гастролировал по Союзу, это было 1000-1500. Хозрасчет. Работаешь много, получаешь больше. Ставки уже были. У Рубина была зарплата. Вот. И когда он, значит, мне сказал, я не против, я пришел в арт-концерт Георгия Георгиевича Сатряна и собрал в течение месяца коллектив. Ансамбль назывался «Ирибуни». Все молодые ребята. В основном я все бросил на молодежь. В конце только пел несколько песен, так шапкой, и все. А остальное, все, молодежь работала. Ну, я вам хочу сказать откровенно, в то время даже кто мог заикнуться. Тем более перед Орбеляном, что я звезда. Не смотри, что ты ходил по городу, и тебя тыкали пальцами. Эдгар Карапетян, Симон Терян, все знали. В Союзе мы приезжали в любой город, в городах транспаранты были, в гостях эстрады, оркестр. Все, этот город жил оркестром на протяжении 10-20 дней, пока мы там гастролировали. Уже нас все знали. И никто звездами нас не считал. Мы не читали. Да тогда просто не было этого понятия. Звезда. Звезда у нас были звезды зарубежной эстрады, зарубежных исполнителей, джазовых звезд. У нас как-то это было нескромно. Ни Алла Пугачева, ни Кобзон, ни Лещенко себе не называли звездами. Они были популярными. Сегодня госпожа фонограмма, вот что портит людей. Любой человек сейчас заплатить определенную сумму денег при сегодняшней аппаратуре технической. Так тебе могут записать, что даже самый лучший певец так не споет живьем.
Хорошо, записался. Ну, немножко скромнее, ну, брат. Ну, 2-3 песни записал, поешь. Вдруг по телевидению, как говорится, самокрут, как называют это? Раскрутку делают. Опять за деньги. За деньги тебе вот раскрутку взяли. Клипы. И ты становишься популярным. Но это не значит, что ты еще певец, певица. Ну, скромнее. Ну, дай Бог, моли Бога, что тебе повезло именно вот на сегодняшнем ранее. Тот день я слышал, я не хочу имя называть, говорит, мы сейчас стараемся. Вот эти сегодняшние, сейчас вот то, что сольные концерты дают. Мы стараемся живьем петь. Мою бытность живьем петь, это петь без микрофона. Привозяне до Орбеляна, все пели без микрофона. Оркестр огромный, 20 человек, очень тихо играли, слышно было все. Совершенно другой был подход, другое восприятие зрительское было. Сегодняшние страны. То, что мы днем с огнем искали, бегали певиц, певцов в свое время, ты помнишь? Я не мог певицу достать, чтобы поехать на гастроли в Сочи, Сухуми, море, поехать на Дальний Восток. Экзотика такая, что никто сейчас не может поехать, даже миллионер. Курильские острова или там Камчатка, Сахалин, Магадан. На сегодняшний день очень много талантливых, красивых девочек и ребят. Ну что на сегодняшний день? Они не востребованы, они совершенно негде работать. Гастролей нету вне. Остается одна Америка. Представляешь, что я в Америке была на гастролях в месяц. Два концерта дали. Один концерт был в каком-то армянском дворе, а другой мы были в Диснейленде. Это гастроли. Я была в Америке на гастролях. Ну, два, ну, извините, ну, какая Америка? Ну, какая Америка? Герод Масс, Настасья Индекс, Американю, Есть такие гастроли, которые, допустим, Артур Григорян проводит со своим театром. Или, допустим, едет Андрей, или Нуне Ясаян, Тата. На ура проходят, опять диаспора. Диаспора. Никакой американец не приходит не слушать тут тату, бать, или я не знаю, театр песни. Нету. Приглашают чиновников. Я не знаю, там в каком, в Калифорнии, да, в Лос-Анджелесе. Директор Госдепартамента или там, я не знаю, полицейского участка или что-то такое. Чиновники приходят, посольство. Вот они. А в остальном все те же самые армяне, которые здесь слушали. Они знают, они на ура, они скучают по этому. А потом что они хотят слушать? Они же не хотят слушать что-то такое сегодняшнее. Аэн гин чарохнери елька. И все. И вот иди. И вот поэтому сейчас на сегодняшний день приглашают на концерт тебя. Эдгарджан, иди, асум, ин черкин. Иди, асума. Ай, как он елька, параин. Ор парен живут. Все, записал несколько песен, прихожу, включают, тинкаляпи, и пошел танцевать. Никто не слушает, танцует эту песню, а ты поешь. Большой театр балет привозит сюда, билеты не достанешь. А Рам Асатрян приезжает в Гамалир, билетов не достанет. Вот теперь вот эта разношерстность публики и вкусов невозможно понять. Невозможно понять, что хочет народ. Вот иди сейчас раздержать, что, как готовить свой репертуар, на какого зрителя. Приходит, какой зритель? Асумаде, рабизня. А рабизня рабиз хочет слушать. А ты выходишь интеллигентно, начинаешь петь что-нибудь, Орбеляна там или Аджимяна. Принимают, делают снисхождение тебе за твои заслуги, перед отечеством, перед, раньше сказал, партией. Ramada ok zimeres, aşkarım için bir peri veres. O sana şotin aşu kadar zares, o sizi kokurumu kuçuni. O cima peteş gönlünü çiveri, o sizi kokurumu çuni. O cima peteş gönlünü çiveri.